Дачники заходят на борт речного трамвая последний раз в этом году. Им остались завершающие штрихи, чтобы закрыть сезон на своих островных участках. Подготавливают свои садовые участки к весенним работам. Это и укрываем мы саженцы, белим, обрабатываем, закрываем все, подготавливаем участки. В этом году, можно сказать, что очень плодотворный. Вот, во-первых, и погода, в принципе, была неплохая, урожай был очень большой. Сезон был успешным и для речников. Пассажирские суда за теплый период перевезли более 70 тысяч человек. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Я думаю, что в этом году сама навигация и для садоводов-огородников год был более удачный. Но это связано прежде всего с тем, что не было тех наводнений, которые были в предыдущие годы. Последние рейсы на левый берег теплоходы совершат в воскресенье, 30 октября. После этого суда отправятся на отстой и ремонт. Мэрия уже планирует навигационный период следующего года. В бюджете города предусмотрено около 50 миллионов рублей на речные пригородные перевозки.